Весной. И экзаменами. Ну зачем ты мне настроение портишь? Ты лучше посмотри вокруг, какая красота. У вас ведь такого нет? У нас много-много нет того, что есть у вас. Вообще-то он мог бы поставить тебе четверку. Да, не важно. 3, 4, 5. Завтра идем гулять. Во-первых, не 3, а 3 с плюсом. И потом у нас завтра с любой массой дел. Если хочешь, пойдем с нами. Идем? Ну ладно, видно будет. Идем. Подожди, это платье прелесть. Обязательно сошью себе такое же. Люблю локальный цвет. А ты, Ильяс? Локальный? Люблю. Ну, тогда берегись, Ильяс. Посмотри, какое на ней не платье. Идем. Люба! Ну, что ты сердишься? Я тоже люблю красный локальный цвет. Короче, а? Да. Я вижу, обольщение пойдет полным ходом. Не миновать тебе ехать за границу. А я поехала бы. Туристом. Да, войдите. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой, какие красивые розы. Это кому же, Ильяс? Вам, обе. Ну что ты, Ильяс, отдай их лучше хозяйке. Я ведь здесь случайно. Тем более Люба любит красный цвет больше, чем я.
хожу по Москве и в любви объясняюсь. Кольцо садом и площадям, зеленым сквером и седым мостам. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Москва! Летят этажи в синеву, и нельзя не влюбиться в Москву с первой встречи, с первой встречи. Москва велика, но вмещается в сердце. И пусть по свету нам бродит, друзья, с Москвой расстаться все равно нельзя. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Москва! Иду, может, час, может, два. Все зовет за собой. Да, сегодня обольщения не будет. Нет, в таком саду это невозможно. Будет завтра на канале. Ну, держись, Ильяс. Я так и не могу запомнить твое полное имя. Ильяс Эротокриту Компсос. А это что-нибудь значит, Ильяс? Это значит примерно, конечно. Ну, вроде, ну как тебе сказать? Человек, хорошо одевающийся. Значит, ты франт? Какой же я франт? А как будет женщина франт? Франтиха. Ну вот, ты чуть много франтиха, действительно. Ну что ж, злая обольстительница Франтиха пойдет топиться. Нина, не смей купаться, вода холодная. Ну зачем ты ее обидел? Она же хорошая, шила себе новые платья, старалась тебе понравиться. Что в этом плохого? Смешная ты, Люба. Шила платье. Разве это имеет какое-нибудь значение? Я получил письмо с родины. Скоро я должен уехать от вас. Ну,
привяз. Этим дубам лет 300. Люба, теперь осталось мне жить здесь только 2 дня. Я так давно хотел тебе сказать, но я же знаю, что ты никогда со мной не поедешь. Ильяс, не надо об этом. Но ведь у нас тоже есть много того, чего нет у вас. Я, между прочим, не бедный человек. Смешной ты, Ильяс, но какое это имеет значение? И потом, ты знаешь, я люблю красный цвет. Прожить легко, а без того, что есть у нас, просто невозможно. Невозможно. Ну, пойдем, пошли.